Природа Северной Осетии уже не в первый раз покоряет ее гостей. Тревел-фотограф Марк Подробинник и его ученики из фотошколы отдел кадров приехали в республику, чтобы изучить природу с помощью фотоаппарата. Накануне группа посетила Медограбинские водопады в селении Джимара. Гостей впечатлили срывающиеся с высоты 1000 метров потоки воды. Следующим пунктом стал Даргавский некрополь, самый большой город мертвых на всем Северном Кавказе. Здесь фотографы делали снимки усыпальниц в виде башен, где покоятся останки давно ушедших в мир иной поколений. Затем группа отправилась в Цейское ущелье. Марк уже не первый раз приезжает в Осетию. По долгу службы на телеканале «Моя планета» он путешествует по всей земле, но Северная Осетия покорила его навсегда. Точно не могу сказать, по-моему, в 7 или 8 раз приезжаю в Осетию. Очень ее люблю, и, собственно говоря, в этот раз мы придумали привезти сюда группу туристов как раз за тем, чтобы они увидели красоты Северной Осетии и чтобы заразить их любовью к этим местам. В этот раз погода не совсем оправдала надежды. Дождь и туман закрывали некоторые пейзажи. Однако фотографы не расстроились, потому что для незабываемого путешествия по Горной Осетии у них несколько дней. Фатима Макиева, Лолита Сузаева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.